Как сообщили в областном управлении Федеральной антимонопольной службы, диализный центр «Нефрос Калуга» получил лицензию для работы в Орле. Проблемы с лицензированием в нашем городе у этого медучреждения возникли из-за экс-руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина, который, по версии следствия, организовал предвзятую проверку гемодиализного центра и отказал в выдаче лицензии по надуманным предлогам. Сейчас Залогин подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и является фигурантом уголовного дела. Теперь же Депздрав выдал центру гемодиализа долгожданную лицензию.